Почти на 80% были забронированы нижегородские отели в прошедшие праздники. Как известно, Нижний Новгород, как новогодняя столица России, торжественно встретил наступивший 2022 год. К нам приезжали гости из разных городов и стран. Наибольшее количество туристов прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Республик Татарстан и Мари-Эл. Всего в период с 31 декабря по 9 января регион посетили около 120 тысяч человек, а в период с начала декабря и вовсе более 250 тысяч.